Приветствую вас в 2020 году, мобильные геймеры. С вами по-прежнему Фликер, и это шутер от первого лица под названием Bright Memory Mobile. Посмотрим, что за игруха такая. Она вышла в прошлом году, и сейчас я хочу, так скажем, наверстать упущенное, посмотреть на нее, убедиться, что игра действительно достойна топа мобильных игр 2019 года, ведь он уже не за горами, и буквально через недельки две, я думаю, я его соберу и выпущу для вас ролик. Ну а сейчас мы приступаем к самой игре. Давайте кликнем. Визуально вроде бы ничего выглядит, и местами даже вообще нормально. Сделана игра на Unreal Engine 3, скорее всего, не на четвертом, как я понял. Давайте посмотрим options. Графику сразу же. Яркость мы можем увеличить. Нет, так сильно не будем увеличивать. Ой, совсем темно стало. Вот так пусть будет у нас. Так, Render Resolution. Давайте на 100%. Так, девайсы ниже iPhone 10 могут показывать какие-то краши в графике, что это типа того, я так полагаю. Но здесь, к сожалению, у нас больше ничего нельзя сделать. Так, саунд понятно, Control, Game. Игруха стоит, кстати, 299 рублей в App Store. В Google Play не знаю сколько, но напишу в титрах, если что. Давайте уже посмотрим на саму игру. Так, новая игра, загрузить. Понятно, нам нужна новая игра. Начать новую игру, кстати. Подожди-ка. Что у нас, кстати, вообще с языком? Язык только английский, так полагаю. Подожди, подожди, Blood Mode там было. Обязательно поставим он. Стайл панель. Давайте тоже включим. Панель стиля какого-то. Ну, давайте, короче, попробуем. Посмотрим на игру. Визуально пока она неплохо выглядит, но напоминает мне Cyber Hunter. Может быть, даже NetEase помогали в разработке этой игры. Итак. Bright Memory. Короче, что-то там происходит. Кто-то с кем-то, наверное, сейчас базарить будет. Короче, все на английском языке пока что. К сожалению, много игр пока в App Store нету, чтобы и русская локализация хорошая была, и вообще озвучка была тоже русская. Итак, кому-то, короче, наваливают тут. 5 утра у нас, 5:40, надо научиться в это время тоже вставать, чтобы больше дел успевать. Так, ну здесь немного размытенько, все подглючивает почему-то. Ну, об этом нас предупреждали. 60 кадров я ощущаю. Я ощущаю. Она по-китайски говорит или по-японски? Кто китаец, напишите, пожалуйста, на каком она базарит. На тебе, чувак, на, я сказал. Так, сейчас подождите, я за графон посмотрю, только с тварей этих раскидаю тут. Все, завалено, давай перезарядочку, подруга. А что происходит-то? А нет, это я стреляю. Подожди, я бы хотел немножечко контрол это изменить. Короче, все изменил. Давайте продолжаем дальше. Закрыто. А что? Что сделать надо? Давай, используем, используем. Какие-то перчатки у нее крутые. Вообще у подруги что-то с правой рукой. Она у нее как будто кибернетизированная. Так, чуваки, какие-то тут идут. Давай, подруга, просыпайся. Во, нормальный стволец. И погнали. Блин, ну мне нравится как. Ух ты, а че это с тобой, мужик? Вообще какой-то неубиваемый попался. Окей, у меня татуха какая-то. Че, куда идти? А, вот сюда. Что-то мы сделаем. Ага. О, здрасте, мужики. На, опять наваливают. Большое время, Картер. Типа, они давно не виделись. Сейчас он ее уговорит, наверное. Нате! Что-то произошло, 90% что ли? Ты чё, мужик? На, смотрите, это она сделала?
Короче, в самом начале какой-то трэш происходит непонятный. Мы куда-то летим или не летим, мы двигаться-то можем, нет? Все. Вот так вот непонятно у нас произошло начало сюжетной линии. Вообще, этот год хочется начать с позитивной ноты и с надеждой на то, что разработчики не только мобильных игр, а вообще разработчики любых видеоигр начнут все-таки выделять время и средства для того, чтобы портировать действительно интересные и с историей проекты на мобильные устройства. Потому что вот эта вся донатная помоечка начинает многим надоедать, и разработчики сами начали наглеть. Если раньше они не сильно наглели, это я, кстати, вот про Mortal Kombat могу сказать. Тут Дэйв мне рассказывал. Ну, смотрите, типа, короче, красивая графика, отражение, все это прям замечательно, но я бы не сказал, что прям вау. Что-то подобное я видел в Antutu 3D Benchmark. Так. Да, конечно, то, что у нас все на японском они базарят, а внизу пишут, мне, конечно, читать... Ух ты! Такие себе, конечно, волки. Так, а что здесь у нас? О, мы можем туда даже пройти. Вау! Офигеть! Ты кто такое? Музончик, кстати, ничёшный такой. Вау! Тихо-тихо-тихо! Все, завален так быстро? Че у тебя здесь? Что-то мы забрали. О, да их вас несколько. Вау. Ух ты. А что это за замедление такое началось, а? Давай, подруга. Ух ты, как она умеет. Прикольно. Музло определенно мне доставляет. А это кто такой? Так, смотрите, здесь всякие свайпы появились. Похож на пугало. Воу. Давай, сейчас нас, короче, учат быстренько вот так вот переключаться. Они с мечами? Ёперный театр. Так, мужичара, иди нафиг. Да ё-моё, откуда вы лезете-то, а? Из самого ада, что ли? Ну, не сказал бы, что игра сделана аккуратно. Ох ты, ё! В огонь прям. В огонь! Ох, тихо, мужичары, успокойтесь. Успокойся, узбагойзе. Да что ж ты будешь делать-то? Мне сейчас наваляет народ. Вау, все, развалили меня. Что-то быстро прям. Хардкорненько. То есть надо было постоянно, наверное, двигаться в таком направлении, и девайс неплохо так нагрелся. Если что, напоминаю, на каком я устройстве играю, это iPhone 8 Plus. Чё это, всё заново прям, что ли, придется проходить? Нет, слава богу. Вот так вот, давай, иди ко мне. Так, это может быть, кстати, жизнью, то, что я собираю. Давай. Иди ко мне, красавчик. Воу! На тебе. Есть. Так, все, сейчас начнут эти опять. А, кстати, у меня же есть меч. Я им совсем не воспользовался даже. Ну, здравствуй, мужичара. Воу. Воу, тихо. Тише, мужики. Вы давайте вот без своих тут этих. Опа, еще. Ну все понятно, мы сейчас быстренько это. Жизни. А куда жизни пропали? Давай, деточка. О, жизни. Отлично. Я надеюсь, что это жизни. Воу. Отлично, завален. Ох ты, экранчик крови пачкается.
Патроны-то бесконечные, а, подруга? Давай, 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 фигач, фигач их. Вот. Отлично, завален. Давай жизни заберем. Да ты что стреляешь-то? Сумасшедшая, что ли? Так, что это за звуки такие? Это что за тварь там пролетела? Да зачем ты стреляешь, а? Успокойся. Так, окей. Нам нужно туда идти. Опа. Деревья падают. И чё? И чё мы тупим? А. Так, нам нужно туда. Ну, пока неплохо, неплохо, но не впечатляет сильно. Так, чё? Чё, мы по стенам можем бегать? Вот и догадывайся. Так, ну, давай. И чё, я упал сейчас? Так, что это такое? Так, давай еще разочек. Мне, короче, надо было на сук вот на этот повиснуть на нем, походу. Так, однозначно. Используйте трактор. А, все понятно. Вон чего у меня есть. Прям как в Darksiders 3. Вот здесь вот, кстати, ничего так отражение выглядит. Ладно. Вау. Да что ж ты не долетел-то, ёперный театр. Итак, человек где остановился? Отлично, вот здесь вот. Так, а чё, может, здесь тоже можно было на чём-то... Ох, да там шипы! Ёкарный бабай. Так, ну-ка давай мы сюда вот залезем. Да, отлично. Подруга может подпрыгивать неплохо. Это чё, блин, солнышко, что ли? Так, а как насчет того, чтобы мечом помахать? О, у нас есть меч. Красиво. Так, давай, 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 соберем, соберем. Нормально. Сюда иди. Красиво, смотрите-ка, может даже патрончики лучше не тратить. Ой, восстанавливают. Тихо, тихо, тихо. Блин, подруга, что за огонь? Огоньку мне дали тут. Ох ты, что за... О, тихо, завалено. Все, меня здесь закрыли. Блин, честно говоря, мне нравится то, что она такая немножечко хардкорная, и я не привык играть в подобные игры. Я недавно тут в Нио играл на Sony PlayStation, и там реально были места хардкорные, особенно начало. Меня там валили несколько раз, и нужно было допетрить, что, блин, я пропустил одну надпись и не нажал на одну кнопку, чтобы одеться нормально, взять меч и навалять всем этим стражам. По подписке PlayStation 4 скоро тоже будет у меня. Да блин! Да вы чё? Да сдохните вы! Так, 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 тихо. Сейчас мы сконцентрируемся. Вот так вот, не успел. Так, давай, я надеюсь, это жизнь. Сейчас, короче, нас будут еще фигачить огоньком. Тихо-тихо, вот на тебе. Тише, 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 тише. На! Собака. Кровище. Нормуль.
Так, что дальше делать? Так, что здесь даже элементы головоломки какие-то будут или нет? Так. Что, нам нужно в центр встать? Ага, вон оно чего. Опа, Бэтмен. Какие-то надписи непонятные. Точнее, рисунки. И чего нам? Ага, вон оно чего. Короче, нужно выстроить как-то правильно вот эти штуки. А, не, погоди, погоди. Сейчас, вот. Блин, поздняк метаться. Во, один есть. Второй есть, и сейчас третий. Ах ты, собака. Во, все нормально, короче, открылась у нас дверка. И мы валим дальше, да? Короче, туда нужно. Чего? Где мы? Твари тут какие-то вон валяются. Че, так, че с водой? Ух ты, ё! Тварюга, еще и хоррор тут у нас. Так, что за... Тише, тише, успокойся, не надо мне тут. Ага. Короче, понятно, нас ищут. И нам хотят навалять. Давай. Ха. А, понятно, короче, надо было несколько раз, да? То есть сейчас я сбоку. Давай. Отлично. А, вот чего надо было. Тихо. Так. Ага, понятно. То есть не обязательно за эти цепляться. Так, а что здесь с Дымчанским? Ух ты, ё! Это ты? Так, давай сначала обычных завалим. Чтобы они тут не мешали, а потом с этим разберемся. Ты чё, собака? На тебе! Да ты... Да ты чё, ты какой-то бодрый совсем. Не то, что был там. Так, чё за дела? Да ё-моё, вы кто такие твари, а? Это здоровенная крыса. Ух ты, нифига! Да ты тоже перемещаться умеешь. Давай. Воу, черт! Она еще этих тварей перезаряжает. Воу. Так, тихо. Все, завален? Нет. Тихо. Воу. Так, жизни забираем. Так, все. Завалена эта крыса, короче. Давай-ка заберем это все добро. Что-то у нас тут разваливается, да? Куда мне валить-то? Сюда? Ага, нет, значит не сюда. Вон же, показывает. Так, бежим. И чё? А куда? Куда использовать-то? А, вон как оно может. И к стене, и не к стене. Ух ты! Взяли, откуда ни возьмись, появились волки. Так, что это такое? Давай используем. Я прям, знаете, ощущаю себя какой-то Ларой Крофт, блин.
Шини, шини. А, теперь летающие еще твари. Ему зло нормальное такое. Отлично. О! Да вы кто такие вообще, а? Ты тут чё? Тише, тише, тише. Да вы чё? Что-то вас многовато, мужики. О, тихо, тихо, давайте-ка поменяемся местами. О. Тихо, 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 тихо. Давай, пополняйся, энергия. Ой, музончик у нас появился. Все, блин, твари. Все, 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 успокаиваемся. Ох ты! Все рушится нафиг. Куда я иду и зачем, мне интересно. Ну-ка. Не работает. Окей, значит, где-то здесь. Вот он, рычаг-то. Давай, подруга, открывай. Отлично. Че это, че это, че это? Ага. Реакция какая-то. Немножко раздражает вот эти глюки. Это сейчас будет какой-то босс, походу, да? Ну, в принципе, неплохо, неплохо выглядит игра. Да, походу это будет босс. Из Infinity Blade прям пришел, да? Ух ты. Да ладно. Ах, ты тоже так можешь, да? А я думал, я одна так умею. Ух ты, нифига. Да нифига себе, блин. Да у меня тоже меч есть, чё ты? Ух ты! Мне слегка игруха подглючивает. Давай, чувак. Да ладно. Я, честно говоря, вообще не наблюдаю, где у меня жизни. Ух ты, блин. Давай, сдохни, сдохни, чувак. Да, блин, ты какой-то вообще неубиваемый, блин. О, твари пошли. А все потому, что у него жизни заканчиваются. Тихо, 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 тихо. Ой, я куда-то ушел. А туда можно было, да? Тихо, 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 бежим, 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 бежим. Давай, 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 фигач, фигач. Ух ты, о, меня заперли. Чёрта с два, блин. Да ёкарный бабай, блин, застрял между текстурами, походу. Жесть. Ну ничего, мы сейчас еще разочек этого босса попробуем подвалить. То есть мы дошли до какой-то светящейся фигни, типа звездочки, дотронулись до нее, или какая-то реакция произошла с моей перчаткой, и мы переместились в какое-то вообще другое место, на какое-то кладбище, и начали наваливать какому-то рыцарю. Что здесь вообще происходит? Ну здравствуй, мужичара. Продолжим? Да ладно, ты такой вообще молодец, красавчик прям. Значит, чё? Так, давай сюда иди.
Когда у него по ходу половины жизни останется, он начнет вызывать уже своих прихвостней. Опа! Это что за оружие у меня? Ух ты! Почти сдох! Так, еще чуть-чуть. Давай. Валим. Давай. На, тварина. Все, сдох. Давай, что там мы должны использовать? Честно, мне начинает нравиться то, что она такая хардкорная немного. Ладно, на этом, пожалуй, мы закончим. Блин, неплохо. Пока, к сожалению, непонятно по сюжету, что вообще произошло и как. Я, когда буду монтировать, попробую все-таки попереводить нормально и, может быть, вклинюсь в сюжет. А так, если вы давно уже знакомы с игрой, напишите в комментариях вообще, что здесь происходит. Может быть, вы уже давно прошли эту игру, потому что она появилась еще в прошлом году, насколько я знаю, в ноябре. Ну а на этом все, с вами был по-прежнему Фликер, всем спасибо за просмотр, ставьте большие пальцы вверх, подписывайтесь на мой игровой канал, делитесь видео с друзьями и не забывайте дубасить в колокол, чтобы, блин, не пропускать новые видосы. Всем пока!